Доброе утро всем. Так, утро начинается с заявки на завтра, менюшечки. Сейчас отметим с Сергеем и покажу, что нам принесут. Пока у меня кофе, у Сергея чаечек, масло, сыр. Соседка уже у нас покушала, убежала на лечение. Кашку манную принесли. И макароны с котлеты. Вот как это все можно скушать. А ты в конце сними, посмотрим, что. Что останется? Как это ты съела все. Друзья, ждем, сидим. Сейчас пойдем в ванной принимать. В общем, я вам не снимаю то, что мы в основном корпусе проходим лечение. Ну, потому что там очень много народу. Ой, нос чешется. И как бы, ну, не каждому хочется участвовать в съемках. Мало ли, что у людей какие там свои секреты. Так что там, значит, массаж, магниты. Ну, как во всех санаториях. Магниты, спелеокамера. Ну, это шахта соленая. Ингаляции, электрофорез. И все. Грязи. Ну, и там по желанию можно еще купить. Озон в кровь вгоняют, как бы очищают кровь. В общем, все через врача, можно все это купить. И вытяжку позвонков. Вытяжку, да. Подводную. Цены так приемлемые, например. Ну, купить, например, ванну там жемчужную 300 рублей. Вот. Если ты по путевке, 300 рублей. Если ты как бы там, например, в Осах, в селе снял домик, пришел сюда принять, тебе уже 350 рублей, не по путевке, когда я все это почитала. Сегодня планируем с Сергеем, конечно, как все у нас сейчас в ванной парафин. Потом, значит, все примем. После обеда сходить на гору желаний. И вас приглашаем с нами. Возьмем монетки, там, значит, высоко поднимаемся. Загадаем желание. И вернемся назад. Очень высоко. У меня сегодня вообще вот икры болят. Такие тут высоты, перепады. Вот просто вот так вот поднимаешься, поднимаешься, опускаешься. Мы же непривычные такие резкие горы, перепады. Сегодня вообще болят ноги. Но ничего, все равно надо гулять. Пойдем прямо в густой лес по тропинке специальной. Вчера уже туда была экскурсия. Ну, мы решили, что сегодня сходим. А завтра хотим сходить в деревню. Вот здесь тоже у нас тропинка прямо до магазина. Посмотреть, что у них в магазине есть. Я, конечно, забыла купить кое-что. Колготки. Не купить, а дома оставила колготки. Представляете? Как так собиралась? Вот надо мне купить теплые. Вот. Сегодня у нас минус 23 уже здесь, днем будет минус 7, будет тепло, но пока, видимо, пасмурно, солнца не вижу. Так что встретимся в обед, покажу, что нам дадут. Все очень вкусно, вообще даже не хочется кушать, хватает, потому что все съедаем от жадности. Да? Да, ты мне старенькую футболку не взяла? Нет, а что? Зачем ну, я бы старенький буду брать? Сейчас вот сейчас я с ней схожу, она потом солью будет белая. Да? Надо халат. Ну, что-то не ума. Да в халате неудобно как-то ходить в ванну. Ну. Все одетые. Так что мы собираемся. Телефон видит, я тебя не вижу. Из угла поглядно. Сергей сегодня плечи, парафин. У меня коленки. Балдеем. Жарюсь. Кипяток вообще. У нас дома есть, если вам можно делать. Где дома? Да, помнишь, ты делал меня? Покупаешь в аптеке? Да, я и да. Да? Да. Форму залил и айда. Мы после санатория всегда приезжаем, начинаем дома долечиваться. Покупаем, мажемся. Сейчас пойду у них в магазине, там в санатории.
посмотрю. Мази какие есть. Так что лежим. Я одна пошла сегодня на лечение. У меня пораньше, Сергей попозже пойдет. Нажарился он на парафине. Сейчас отдохнет, пойдет. Я пошла полечусь. Так, куда и туда и. Сейчас минус 18. Красота. Во сугробы. Выше меня. Водички надо попить. Берешь стаканчик. Вот такая все-таки водичка понравилась лучше. Оп. Перед лечением попить. Посидеть. Все, отличилась. Пошла потихонечку домой. Вон наш корпус. Купила шоколадку. Вот не хватает сладкого. Все хватает, а сладкого прям хочется, шоколадочку. Магазинчик, все есть прям там. И шлепки можно купить, и виходки, если что-то забыл. И продукты. Ой, ой. Так разморило. Сил нету идти. Через 30 минут обед. Ой, девчонки, вкусные блюда. Все записываю, все будем делать. У поваров спрашиваю рецептики. Такие простые салаты, но такие вкусные. Фу. Так что я тут еще подучусь. Ох, в тенечке мороз. А на солнце жарко прям. Сегодня дискотека будет в 8-м корпусе. Ретро. Может быть, пойдем. Не знаю. Такие вялые стали, Сергей. Все. Как тюлени. После обеда вот на эту гору пойдем по тропе. Вот оно, солнышко. Вот она красота. Вон туда пойдем. Сейчас вот сюда нам. Вот сюда. На обед тыквенный суп с маком, с сухариками. Салатик у меня такой. И Сергея с печенью. Компот, груши. Сейчас суп скушаю, второе принесут. Попробуем тыквенный суп такой. Суп мудрости называется. На второе котлетка с пюрешкой. И Сергея сердечки с гречкой. Куриные. Мы пошли на прогулку, и вот второй день подходим к этой лаечке прекрасной. Ой, иди, моя золотушечка. Такая красоточка. Как же мы любим лаечек, а? Ну, шлёпка. Ну, я как раз как хаски. Ты чё меня нюхаешь? Юна, по-моему. А глаза не голубые. Юнка, ведь есть солнышко, нет, она лежит там в тенечке.
Юна, или как-то сказали ее, опачки. А чё? Хорошенькая. Мои варежки. Ой, вот она какая, вот она какая, вот она какая. Вот, все, игрушечная прям. Девочка такая, хорошенькая. А как раз хаски прям. Угу. Ну вот вам спасибо. Подались мы. Очень крутой подъем. Любуемся лесом. Ой. Это что-то, ребята. Это что-то. Вот поднялись так круто. Теперь немножко хоть по прямой пойдем. Сергей, как охотник, все следы различает. Зайчих много, куница и лисьи, да, были? Волчьих пока не видели. Волчьих? Волчьих. Волчьих не было. А еще здесь не будет. Уж очень много снега. Угу. Я там, на краю. Опять у нас подъем пошел. Не поет, он еще поет. Березки пошли. Сейчас так громко пел. Мы добрались. Ух! О, как высоко. Сколько мы шли по времени? Минут 40? Минут 40 подъемчика.
Вот это гора желаний. Здесь загадывают их. Вот привязывают, кто что хочет, что может. И бросают монетки. Вот рубль чей-то. Вон там деревушка. Все взмокли. Ну, давай монетки бросать будем. Жарко. Отдохнем и назад. Все загадали, монетки бросили. Пойдем тихонечко спускаться. Какая тишина. Летом тут все так закрыто листвой. Тяжело, ничего не видать вообще. Сейчас-то видать все. Вот следы куницы. Легкая, говорю, такая, даже не проваливалась. Зайчиков она кушает. Да? Нет. Нет? Что она кушает? Зайчик нет. А спускаться-то сложнее, чем подниматься. Коленями упираешься. Напрягаешь. Ты на корячках, что ли, по-моему? Они меня тормозят. Непролазная тайга. Ага. Это что, зайчик? Это нет, это лиса. Лиса пробежала. Все следы знает. Вот заячьи следы. Это он что, туда или сюда? В гору прыгал? Чик-чик-чик-чик. Даже мы видели, где он кушал. Веточки. А сейчас он спит днем. Вот залезет вот типа такой норки под деревце. И спит. Еще круче сейчас пошла. О, да, с горы. Вон они тропки делают, бегают. Чик-чик-чик-чик. Мы собираемся на ужин. А там вот что, на дискотечку. Не падай, не падай. Дискоман. Куда ты побежишь? Я хотела проект показать. Салатик какой-то с курочкой, кефирчик, булочка, чай с лимоном. Мы забываем, что заказываем. А это нужно заказывать, наверное. Каша тогда, рыба. Кашка вот на горячая. Грибочки. И рис с рыбой, с грибами. Вот такой ужин.